кредитные банки Великобритании, за исключением одного, успешно прошли стресс-тест, который для них устроил Центральный банк Англии. С вами я, Бен Джонс. Посмотрите пресс-обзор за вторник. Добро пожаловать на Дугас Кэп ТВ. Центральный банк Великобритании проверил 8 кредитных учреждений, создав условия возникновения возможного трехлетнего финансового кризиса и экономического коллапса. Данную проверку провела служба пруденциального надзора Центрального банка Англии. Проверку британского центробанка не выдержал лишь Cooperative Bank. Банк должен предоставить на рассмотрение Центральному банку новый план сокращения баланса. RBC и Lloyds прошли проверку стресс-тестов. Оба банка уже начали укреплять свои позиции по капиталу. При этом они уже разработали планы действий. Глава Центрального банка Англии Марк Карни заявил о том, что условия, которые были описаны в стресс-тестах, вряд ли когда-нибудь смогут реализоваться. Стрессовые сценарии, на которые основывались тесты, включали в себя падение валютного курса фунта стерлинга на 30%, рост цен на жилье на 35%, базовая ставка процента будет повышена до уровня 4,2%. Рост уровня инфляции составит 6,6%, а рост безработицы в Великобритании достигнет 12%. При этом рост ВВП страны снизится на 3,5%, а акции упадут в цене на 30%. Это был первый тест в своем роде. Стресс-тест, который был устроен Банком Англии, удержали Barclays, ACBC, Santander, Standard Chartered и Nationwide. Найл Букер, глава банка Cooperative, единственного банка, который не прошел проверку стресс-тест, заявил о том, что такие результаты не стали для него сюрпризом. Также он подчеркнул, что они уже работают над сокращением риска взвешенных активов. Банк Англии заявил, что устойчивость системы очень сильно возросла с момента имитации недостаточности капитала в 2016 году. Также Марк Карни подчеркнул следующее. Уровень доверия к британской банковской системе очень сильно увеличился. Смотрели пресс-обзор за вторник. Спасибо за внимание. Оставайтесь с Дугас Кэп ТВ. Чуть позже Дирна Макдермот представит вашему вниманию обзор товарных рынков. До свидания.